вам, к сожалению, не видно, но здесь у меня так много малышек прекрасных, которые, ух, как они танцуют, да? Тут такие у меня танцы. Я бы, конечно, хотела, чтобы оператор, мама их иногда показывала. Вот там такие танцы были сейчас. Но вы смотрите на себя пока в экраны, а я пока вам расскажу замечательную историю, которая приключилась со мной много лет назад. И это было для меня, как оказалось, очень важным событием в моей жизни, потому что случилась та самая песня, которую я несу через поколение. И многие детки думают, что это моя песня. Но я с удовольствием им рассказываю, что эта песня написана великим человеком, умным, добрым, светлым, думающим, очень сильным и могущественным. Я хочу, чтобы мы эту песню спели вместе с вами, потому что она по-настоящему стала народной. И я имею большую честь петь эту песню. Песня великого Виктора Цоя «Кукушка». В городе мне жить
как? Какое-то новое слово выкричите.